на горы. Просто офигенно. Тишина, птички поют, ласточки летают и горы. Сегодня туда двигаюсь. Горы Фагараж, а трасса, по которой поеду, соответственно, Трансфагараж. Ну что, идем собираться и в путь. Надо еще помыть дружочка, хотя бы ветровое стекло, и в дорогу. Так, на часах 8:49, выспался, отдохнул отлично, очень понравились мне эти домики бунгало, очень классно сделаны, внутри ждал пару круассанчиков, чайничек, все нормально. Перекусил еще с утра, позавтракал, кофеек сделал. Ух, как нехорошо, они прям в повороте тут стоят. Ларёчки там, похоже, виднеются. Ну да, и тут бездомные собаки. Раз, два, три, четыре. С ума сойти. Позади, пока мне все очень нравится, виды очень классные, да что такое, совсем чуть-чуть проехал, похоже, надо делать еще одну остановку, ну посмотрите, какие виды, просто классные. Режим поездки, конечно, интересный сегодня. 5-10 минут еду, остановка. 5-10 минут еду, остановка. Я на эти 100 километров пути заложил изначально 4 часа. Сейчас уже думаю, не маловато ли будет. Ну, вот только посмотрите на все. Красота же. Thank you.
Смотрите, какой офигенный вид справа открывается. На трассу, на долину, на горы. Я просто я катаюсь и балдею. Здесь, по-моему, провести можно целый день. Я даже не представляю, можно ли перенасытиться этими. Просто впечатления зашкаливают. Thank you.
пока, пока, Миша. О, ничего себе, еще один. А, нет, это вообще, это медведица, и там медвежонок еще маленький. Прикольно. Ну просто звездец, на каждом углу, как мартышки. Так, ну что, на часах уже почти 16, и на данный момент я запланировал на сегодня 400 километров, проехал только 100. У меня на это ушло, не поверите, 7 часов. Я с уверенностью могу сказать, что на данный момент это, конечно, были лучшие 100 километров в моей жизни. Это, конечно, мое первое мотопутешествие. Я за руль мотоцикла сел только в конце прошлого лета. Но сразу уже знал, что этим летом поеду в Дальняк. Но, несмотря на это, я в прошлом довольно много путешествовал на машине. И такой дороги, конечно, у меня на пути не было. Остановки приходилось делать просто постоянно. Уже даже притормаживать не буду. Тарантайка и не обогнать никого. Закон подлости, как прямой участок, так и встречка обязательно. Сегодня в планах доехать до Сербии, там граница проходит по Дунаю, собственно, пересеку Дунай, и там в первом же городке заночую. Не полиция тут, а опять о мишках предупреждают. Интересно, просто с одной стороны скалы, с другой их обрыв, откуда они тут вылазят, просто непонятно.
сегодня, да, доберусь до Сербии, городок Кладово маленький, сразу на границе. И там очень-очень надеюсь, что если завтра успею, то еще покупаюсь в Дунае. Пока наслаждаемся природой и едем.